Друзья, сегодня компания Nikon совместно с магазином Pixel 24 и журналом «Российское фото» проводит уникальное мероприятие. У нас сегодня настоящий бразильский фотокарнавал. У нас есть фотовыставка, у нас есть куча мастер-классов, бразильские танцы, футбол, кофе и много-много веселья. И, в принципе, люди здесь хорошие. Так что начинаем! Добрый день, друзья! Меня зовут Рустам Хаджибаев, и я пришел сюда, на этот бразильский карнавал, провести мастер-классы. Надеюсь, все пройдет замечательно. Я вижу огромное скопление людей, и очень надеюсь, что они уйдут отсюда не разочарованными. Тем более, что организаторами этого мероприятия являются Nikon и компания Pixel 24. Кстати, по поводу Pixel 24, имейте в виду, что она сейчас проводит замечательную акцию. На каждую купленную камеру Nikon дается скидка 40 тысяч рублей на покупку объектива. Вы не представляете, это уникальный шанс, который предоставляется вам, и не упустите эту возможность. Ну а я пошел проводить мастер-класс. Надеюсь, все будет замечательно. Пока. Всем привет, меня зовут Влад Селезнев, я свадебный фотограф из города Лобня. Хочу сказать огромное спасибо компании Nikon и магазину Pixel 24 за возможность посещения таких мероприятий. Приходите в магазин Pixel 24, снимайте на Nikon, и будет вам счастье. Здравствуйте, меня зовут Евгения Семенова, я детский семейный фотограф и спикер компании Nikon, которая сегодня совместно с компанией Pixel 24 проводит фотокарнавал. И сейчас мы поговорим об использовании различных объективов и различных фокусных расстояний в детской семейной съемке. Всем привет, меня зовут Данила Колодин, я сегодня прочитаю мастер-класс, организованный Nikon совместно с компанией Pixel 24, мастер-класс по съемке аутдор экстремального спорта. Мы будем снимать со светом профото, будет небольшая лекционная часть и потом будет воркшоп на глазах студентов.